Они просто темп убили нам, все, больше ничего не сделали, убили темп. Давай, let's go. Подожди, шорты, они рвутся, когда я прыгаю. Ну ладно, пусть рвется, хочешь пополам, они рвутся. Ты прыгай, проходи отсюда, все, давай. Подожди. Ну вот так вот сделаем. Так они порвутся, я шортами не смогу, я вот так сразу. Ладно, пусть рвутся, давай, прыгай, пусть рвутся. Так какой прыгай, нет? Шорты пусть там остается, ты вылетаешь отсюда, гоу. Ушел. Это жесть. Гоу! Сейчас. Я их приспущу немного. Нет. Как ты на носочки ставишь, чтобы все было правильно? Давай. Я не хочу, чтобы шорты долгая, блядь. За это не блокировать. Ты пробуй, только, блядь, думай, перед чем прыгать. У тебя там шорты. У тебя нога как там стоит. Прыгаешь, их плавно снимай. Знаешь, это замедленнее. Мозг должен чуть-чуть тормознуть. И хуякская грыбка проходишь. Попробуй, ты не пробуешь и говоришь то, что не получается. Go. Они трещат уже. Давай, ладно, как получится, так получится. Попробуй один раз хотя бы. Хуякс прошла с экрана. Давай другие шоты, которые мне не жалко. Нет, это уже все, ты, блядь, там, короче, все, я как тебя понял, ты, блядь, время тянешь, чтобы меня обратно заблокировали? В смысле заблокировали? Я никого не прошу, чтобы тебя сносили. Ну давай тогда прыгни, все, там люди сейчас сидят, думают, что за такой черт он постоянно доебался до девочки. Прыгай, гоу. Гоу. Подушку можешь даже подставить под собой. Хочешь одеяло там, без разницы. Вот тебе еще один бомж, чтобы колени ты не сломала себе. Так, ладно. Иди заново прыгай, она пока не снимается, она не считается. Прыгай давай. Гоу-лайк, ребята, максимально по экрану. Давай, пока не снимешь, не считается, ты должна вылетать от трусов. Ну, давай, прыгай, больше я твой голос отключаю, когда уже спрыгнешь, потом включай. Гоу. Шутки с Азизом плохие, ребята. Акула от души. Гоу! Гоу же, чё ты там, блядь? Я не знаю. Не, блин, это трэш. Просто от души. Это трэш, это пиздец, как ты, какая-то такая долгая. Вот кто-то, блядь, парень к тебе придет, ты пока шорты снимешь, это пиздец. Прыгай. Они не снимаются. Ну попробуй. Ты пробуй. Рвутся, они просто трещат по швам. Ну ты ноги сильно не открывай, их вместе. Хуяк спрашивал. Аккуратно. Плавно. То дыши спокойно, смотри. Подготовься. У тебя все получится. Если еще два раза сделаешь, она не получается, в течение двух раз мы тебе ногти ломаем. Все. Гоу. Нихуя не считается. Почему? Потому что ты его до низа спустила. Я видел все. Ну ты жулик. Все, давай так. Нет, теперь возьми их обратно, одень. Вот с этого места одень, чтобы ты обманула нас. Я не хочу рвать шорты. Я очень не хочу рвать шорты. Я тебе говорю, больше таких не надо. Ладно, давай. Я тебя понял. Если шорты прям так для тебя дорог, как вчера, вверх ногами стоишь, 2 минуты в батле, все, достаточно. Меняю желание. Это чисто вот твои люди приходят, пишут, говорят, блядь,
все равно она девушка, пожалей, она хорошая, да. Как ты, как бы ты хорошая, мы меняем тебе желание. Вверх ногами стоишь, в эти же шорты, все. Это нормально, справедливо. Но я старалась. Не, не, молодец, то, что старалась, просто ты плохо стараешься. Надо здесь, знаешь, блядь, как шустрый надо быть, блядь. Человек уехал в момент, блядь, штаны остался, человек не понял, куда ты ушла, блядь. Такой момент настанет, ускорение пиздец, как роль играет в жизни. Завтрашнего дня, короче, на мой, блядь, тугарак написываешься, короче. Приходишь, я тебя отмечаю, будешь тренироваться у меня, хорошо? Где тренироваться? Здесь, в стриме, в гостю я тебя подниму. Для начала, блядь, 10 приседаний, 10 отжиманий и 10 прыжки, потом сальто заднее. Все научу. Через 3 месяца ты пиздец готовый бойцом будешь. Давай. Вверх ногами. Кружок, да, кружок, тугарак, говорю, блядь. Это у меня есть кружок такой, онлайн. Так, запускаем батл? Конечно, запускаем. Давай. Сначала, да, запускаем и ты идешь. Последний батл это. Последний батл. Ребята, там 6 тысяч человек, нас заблокировали специально. Колено, если задевает что-то, колено задевает, это пиздец. Что за шайтан краб? Ребята, я больше крабов не буду есть. Это пиздец. Батл принимаю. Батл не принялся? Не, принялся, просто я говорю, блядь, на счет смотри, принимай батл. Ребята, максимально. Сука, не могу смотреть оттуда, ребята. Сейчас скотч возьму, вот так приклею рядом окошко. Что я руками закрываю, ребята, я вам отвечаю, не смотрю туда. Ну, блядь, хочется, но держи, сейчас здесь чуть-чуть остался. Ногу поднимай! Ногу поднимай! Кто-то выигрывает, какой шорт? Поднимай ногу, не смотри. Вторую можешь опускать, первую не поднимай. Вторую имею в виду, где в холодильнике, эту поднимай до конца. Сука, оказывается, девушка с одеждой красивая, ребята. Как на лягушку чем-то похож и на краба. Сколько осталось? Это пиздец, что там творится, ребята. Как будто слон наоборот стоит. Сколько еще 30 секунд, 30. Я тебе скажу, когда будет готово. Ребята, последний батл заберем. Лучники от души, ребята, всем спасибо, Анастасия. Ребята, голлайн. Максимально последний батл. Последнее желание. Даем и уходим, ребята. Бей, брат, от души. Эл, от души. Все, иди сюда, Анастасия от души, иди сюда. Ира от души, ребята, максимально. Боря от души, ребята, максимально топим по экрану. Агалер, максимально экран, Ле, от души, брата. Или девушка, ты не знаю, но от души, мир. Нурик, от души, ребята, максимально постучите, пожалуйста. Граф, Лексина, от души. АМЖ, брата, от души, Окси. Ребята, последний батл. Умножение на 2 икса. Ничего, спасибо, Айдапан, спасибо, спасибо, ребята. Бинкарга, от души, брата, Норик. Сюда его. Ребята, гол, 20 секунд, Т-34. Влад, да. Виктория, ребята, бомба от души. Анастасия, ребята, последний батл. Спасибо. Андрей, спасибо каждому. Не то, что не, я не боюсь сейчас открывать. Спасибо. Икс-2, ребяточки, икс-2 догоняют. Александр, спасибо. Let's go, ребята! Ну, дыхалочка, спасибо! Ребята, перчатка, есть перчатка? Нет, да спасибо, зайка, спасибо. Перчатки, мы можем добить его перчатки, пожалуйста. Кусок лайка, спасибо. Анастасия от души. Королева от души, ребята. Кундуз, Дотик, Эля, Алива, от души, Наталья. Ребята, let's go. Ребят, перчатка, пусть есть у кого есть перчатка? Да! Перчатка, ребят, перчаточка, мы перчатка, от перчатка. От души, Наталья, ручки от души, ребята, топим максимально. Армия от души, ребята. Аделия, нет, нет, спасибо, ребята, спасибо, спасибо. Мерседес, ребята, или БМВ? Мерседес, Мерседес, розовый Мерседес, ребята.
Это жесть, ребят, это жесть. Ребята, за концовкой смотрим, одели от души. Жанна, петушками, давайте петушками, петушками, петушками. Ну, давай, спасибо большое. Турик, спасибо большое, спасибо, ребят. Тысяча. Ой, минута остается. Роман, Анжелика, спасибо большое, ребят, петушками. Все, дружненько, все. Все, пожалуйста, Дашка. Спасибо, Андрей, Мария, спасибо. Спасибо, Роман, Александр, спасибо, минутка. 30 секунд, пожалуйста. Спасибо. Лучше. Юрий, 30% цели выполнили. Дося, Диана, Андрюха, спасибо, ребята. Ребята, я вам обещаю, отделю машину бесплатно помою. Розовый автомобиль у нее. Ребята, гоу лайк максимально. Эсмита, ребята, 5х, заходим, топим, ребята. Перчатки у нас. Эля Алива от души, Эрсина от души. Брат Бага! Ребята, Руся от души, ребята, гол! Паша! Иди сюда! Балтазар от души, Хан от души! Каня от души, ребята! Иди сюда! Что там? Вы поняли, да? Вчера то, что мы проиграли вам, это подкормка была. Нас закидушку сначала подкармливали и закидушку закинули. А вот сегодня тянем, понимаешь? Сейчас теперь ты как рыбка обратно будешь так же прыгать, пока, бля, это желание не меняем с трусов, чтобы не вылетело. Это последнее желание. Или ногти, или шорты. Выбирай из двух один. Шорты можешь новые купить, а ногти можешь тоже новые сделать. Так что выбор за тобой. Мы тебя подкармливаем сегодня, вот вытягиваем. Что за у нас улов, ребята? Или ногти не смогу облезть. Или смотри, включаю тверк, и ты в таком же темпе стоишь, и, блядь, не то, что там двигаться как-то, и сделаешь тверк нормально. Тверк для короля. Давай, тверк. Только две баклажки завязывай. Что? Две баклажки воды завязывай. Шучу. Все. Забудь. А то у тебя шорты совпадут еще. Или смотри, нос можешь прокалывать, как вчера ты мне прокалывала? Нет, не смогу. Выбирай. Я сегодня сдавала кровь из пальца, я чувство знания не потеряла. Я поняла, что я не смогу. Все, давай, начинай, иди место занимай. Только под музыку ты должна попасть. Стой, я включаю, ты начинаешь, пока стой. Стой. Ну, начинай. Иди. Встань. Ноги выше, давай. Ребят. Давай, Рэд, ты попадай, не попадаешь в ритм. Налево на пара дергай. Ой, бля, руками не трогать ничего. Давай, попадай в ритм. Это везет, ребята. Быстрее двигай, быстрее. Руки забить. У тебя трусы нету там? Есть. А, блядь. Ребята, есть. Нет.
Ладно. Не Аталанта. Спасибо тебе за батл. Это все то, что в ТикТоке там где-то там нагрубил или что-то неправильно сказал. Я не русский, и у меня 50% скидка на русском языке, понимаешь, да? Ты должна понимать. Я неграмотный человек. Ну, я вот извиняюсь, если где-то себе неграмотно поступил. Ты как человек, ты мне нравишься, серьезно. Ты как игрок, хороший игрок. Спасибо тебе за батл. И твоим людям спасибо. То, что скажи им, передай, бля, больше не кидай блокировки. Мы с тобой не враги, передай им. Да, ребят, пожалуйста. И меня тоже блокируют из-за того, что соперника какие-то желания не устраивают. И приходят его люди, блокируют. Поэтому так делать некрасиво. Мы тогда вообще не выйдем в эфир и не будем устраивать шоу. Поэтому поймите, пожалуйста, что все зависит от вас. Ребят, позор. Какой позор? Я в трусах. Посмотрите, чтобы увидели. Когда я по пляжу в трусах хожу, вы тоже будете говорить позор? Скажите мне, пожалуйста. Нет. Ну вот и все. Почему мне пишут все позор? Ты чувствуешь себя, как будто ты в пляже. Сними шорты. Они не знают. Я музыку включу. Майами, бич. И ты будешь танцевать. Ну ты себя чувствуешь, как, блядь, в море там, в природе, не знаю, как хочешь. Ладно. Не Аталанта-то передай своим, короче, все. На меня не обижались, я на них не обижался, потому что все ошибки допускают. Первый раз ошиблись, ладно. Я прощаю их. Что больше так не делали, ребята. Я и вас уважаю, и Аталанту уважаю. Так что ее поддержка, блядь, достойна уважения, ребята, потому что старались тоже. Что могу сказать? Ну, мы сильнее, надо просто это признавать иногда. У нас есть специальное, что вам было понятно. Стратегия, ребята, специально бои отдаем, чтобы вы чуть-чуть уверенно себя чувствовали. И в конце вот так сразу подряд три батла, вы поняли, да? И вот так можно в стриме. Курить нельзя, сейчас блокну тебя. Дым, дым. Ладно. Это не дым, бля, это как дракон, огонь пущу. Ладно, все, пока. Все, спасибо за батл. Завтра встречаемся. Береги тебя, конечно. Давай, увидимся, увидимся завтра. Увидимся, не хорошо, давай. Да, хорошего настроения. Да, пока. Смывайся. Иди. Пока, пока. Это пока. Аделя. Я раньше в России работал.